Сегодня на монументе славы в Новосибирске появился еще один мемориал, посвященный событиям Великой Отечественной. За годы войны более 5 миллионов детей попали в плен. В сквере у Вечного огня открыли арку памяти малолетним узникам фашистских концлагерей. Избивали нас, жгли нас в сарае, сжигать детей. Отец у меня в партизанах был, в партизанском отряде, командир партизанского отряда. И когда нас загнали в сарай, стали поджигать, ему сообщение пришло, что дети ваши все в сарае. Пытки, рабство, медицинские эксперименты. В современном мире трудно даже представить такое. А еще 75 лет назад через все это пришлось пройти миллионам детей. Выжил лишь каждый десятый. Новосибирский союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей при поддержке городских и региональных властей открыл мемориал памяти о тех страшных событиях. Мы были для них недочеловеки. Говорю об этом так сегодня, потому чтобы и вам сейчас, и вашим сверстникам запало в голову. Великая, могучая страна, тогда Советский Союз, сейчас Россия, никому не нужна. И мы всегда будем испытывать давление, прессинг, кучу лжи и неправды о нашем развитии. Читайте и знайте свою историю. Учителей прошу всячески помогать.